Выступление Надежды Хлебушкиной со стихотворением «Рабочий день» Михаила Луконина было признано лучшим в номинации «Творческая мастерская». В этом году георгиевские чтения посвящены послевоенному периоду 20 века. Я прочитала биографию самого автора и узнала, что он в подростковом возрасте сам работал на заводе, а потом уже ушел учиться в университет. И получается, я прониклась его воспоминаниями. Георгиевские чтения проходят в нескольких номинациях. В номинации «Литературное творчество» участниками представлено много стихотворений о Сталинградской битве. Идея создания сборника авторских произведений к 80-летию Победы в этом решающем сражении родилась неожиданно. У нас есть соглашение с городом Волгоград, с городской думой. Я обязательно попрошу разрешения у автора и ребятам перешлю. Пусть знают, насколько мы знаем не только историю, но и любим ее и уважаем. В этом году в георгиевских чтениях принимали участие школьники из 38 учебных заведений Самары, студенты колледжей и вузов региона. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.